расскажем вам именно про грантовый конкурс и поможем, скажем так, понять, каким образом сформировать свою заявку для того, чтобы податься на грантовый конкурс. От самого начала не только заполнение самой проектной заявки в грантовом модуле, но именно как сформировать идею, как найти ее актуальность, с чего вообще начать формировать свой проект, чтобы подаваться на грантовый конкурс. Я, в свою очередь, когда общаюсь с вузами, зачастую прихожу к следующему тезису. Очень важно понимать, что грантовый конкурс на самом деле изначально был придуман не как мера финансовой поддержки. В первую очередь это как раз мера социального лифта для молодых людей, для ребят, чтобы реализовать свои идеи и мечты.